Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова YouTube канал Математика бесплатная. Сегодня мы с вами решаем задание номер 9 для подготовки к ОГЭ, вариант 17, сборник Лысенко, страница 111. Итак, решите уравнение. Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите меньший корень. Это уравнение практически за 6 класс. Минус 5х плюс 7 в скобках умножить на 3 минус х в скобках равно 0. Приравниваем каждую скобку к нулю. Минус 5х плюс 7 равно 0 или 3 минус х равно 0. Решаем первое уравнение. Минус 5х равно минус 7. Здесь мы ищем неизвестный множитель. Он ищется делением. Х равно минус 7 разделить на минус 5. Х равно 7 пятых, потому что деление и дробь это одно и то же. Минус на минус при делении дает плюс, поэтому ответ будет положительный. Делим 7 на 5 и у нас получается 1,4. Решаем второе уравнение. Минус х равно, переносим тройку, меняем знак, 0, минус 3. Получаем минус х равно минус 3. Домножаем уравнение на минус 1. Получаем х равно 3. В ответ нужно записать меньший корень. Меньший корень это 1,4, поэтому ответ 1,4. Как мы считали? Во-первых, как можно 7 пятых перевести в десятичную дробь? Есть два способа. Во-первых, можно домножить на 2 и числитель и знаменатель дроби. У нас получается 14 десятых или 1,4. По-другому, как в 5 классе, делим 7 на 5 в столбик. Сначала берем по одному 5, 7 минус 5 будет 2. Сносим 0 и ставим запятую, потому что этого нуля у нас не было. Получается 20. 20 разделить на 5 берем по 4. 5 и 4 20, 20 минус 20 0. То же самое 1,4. И так верно. Подписывайтесь на канал, задавайте свои вопросы. С вами был канал Математика бесплатная. Желаю вам всем сдать ОГЭ только на пятерке.